Всем привет! Мы в аэропорту Внуково и впереди 3 часа в небе. Мы в Тюмени, это нефтегазовая столица России. Сегодня мы отправимся к нашим друзьям. Это крупные популярные сети кафе, пекарен. Все они работают со Сбиспресто и готовы поделиться своим опытом. Мы компания 33 Пингвина. Это российский производитель мороженого. Мы являемся франчайзи на территории Тюменской области. В нашем кафе мы предлагаем мороженое более 70 сортов. В том числе у нас есть специализированная линейка Organic Bar, которая без сахара. Ранее мы работали с другой программой. Она не очень подходила под наш функционал. Соответственно, нам нужны были четкие, точные, удобные эти карты. Также нам требовалось, чтобы мы могли управлять торговой точкой удаленно. Поэтому мы перешли на Сбис. Мы сейчас на месте кассира Бариста Айс 33 Пингвина. Вот так у нас выглядит наш каталог. Интерфейс у нас очень простой, грамотный, здесь все комфортно настроено. Что особенно удобно, то, что у нас здесь есть модификаторы. Давайте продемонстрируем, что такое модификаторы. Например, гость у нас заказывает рожок с двумя шариками мороженого. Модификаторы – это и есть наши шарики мороженого. Ну, например, давайте возьмем соната. Сырное мороженое. Достаточно забивать ключевые слова и буквы. Все, заказ ушел. Мы, получается, сузили наименование в каталоге. Все списывается в реальном времени, тем более, когда смена закроется, все будет списано со склада. И при инвентаризации не будет никаких недочетов. У нас все просто и прозрачно. Я использую приложение Сбис Бизнес. Я могу посмотреть любую торговую точку, что продалось, что у нас в топе. Это происходит все онлайн, в режиме реального времени, с любой точки мира. Планируем ввести систему лояльности бонусами и также доставку. То есть сейчас этот тренд вводить доставку. Мы хотим быть в тренде. Сбиспресто однозначно мы рекомендуем. Ну что ж, наелись мы вкусного мороженого и даже взяли с собой. Теперь отправляемся в пекарню. Мы называемся Базбик. Базбик в переводе со старосибирского означает «сладкая булочка». У нас сеть на данный момент 4 пекарни полного цикла. Объем огромный. Во-первых, это большой номенклатурный ряд. Во-вторых, этот номенклатурный ряд распределить по тех картам, по тому, сколько мы используем сырья, сколько у нас сырья на день остается. Нам нужен был уже более такой развернутый отчет. Сбис нам в этом помог. Уже 2 года работаем на программе Сбис. Мы находимся в Пекарском цеху, это сердце нашего предприятия. Здесь девчата выпускают горячий хлеб, горячие булочки, все с пылу с жару. Хотим автоматизироваться, хотим установить на каждом пекарском цеху планшеты для того, чтобы девочки самостоятельно забивали выпуск готовой продукции. На данный момент эта ответственность возлагается у нас на кассиров, но ввиду большой загруженности этот функционал хочется обратно вернуть сюда. Сбис Бизнес – это удобно. Сбис Бизнес помогает контролировать выручку здесь сейчас по сменам. То есть я вижу сразу же 4 точки, я вижу средний чек, я вижу сразу же топ продуктов, который идет, я вижу, где что выстреливает. Сбис помогает вести финансовый учет, Сбис помогает нам контролировать остатки, контролировать наши оплаты перед поставщиками. Он помогает нам видеть всю финансово-хозяйственную деятельность нашего предприятия. Мы заканчиваем наше путешествие по Тюмени. Всем пока! Все будет Сбис.